Я лишь хочу сказать, что эта игра не подходит для ментально слабых людей. Понимаете, это игра для очень жестких парней. И если ты хочешь стать чемпионом, ты должен понимать, что тебе придется жертвовать. Всем, что у тебя есть, придется пожертвовать. Если ты не готов идти на эти жертвы, сиди дома. Это мой совет для молодых ребят, которые хотят стать великими чемпионами.